он батарейка, супер алкалийная батарея, АА 1,5 вольта, вот она вся потекла, я ее подзаряжал 24 миллиампер током, как оказывается, она работала эти часы некоторое время, но видно, они потом текут, эти батарейки, когда их подзаряжаешь. Их нужно очень слабым током подзаряжать, может, каких 5 миллиампер, тогда, может, не будут потом потекать. Поэтому я уже их как бы и не подзаряжаю, выкидываю, потому что потом они текут, как правило, не подзаряжаются нормально. Вот теперь я ее выберу и замерю напряжение на ней. Zero Mercurian Cadmium, то есть хорошо, что ртути нет. Все равно вот потом текут. Вот их выкидываю в мешочек, а потом нужно будет их в специальное место выбросить. Напряжение померить еще надо. Ну я померю и скажу. Один 1,2 вольта было. То есть уже можно выкидывать. Если 1,7, так значит полностью заряжена. 1,6 тоже можно сказать полностью заряжена. Но 1,6 уже немножко просела. 1,5 уже где-то на 50% просела. 1,4 на 30% осталось. Ну и 1,3, 1,2 уже можно сказать. Уже можно выбрасывать, если напряжение 1,3 и 1,2 вольта.